небольшая доработка рычажного заклепочника. Вот есть у меня вот такой. Плюс его в том, что он позволяет вытягивать заклепку за один раз. Ну, при должной настройке, опять же, какая заклепка. Ну, вот самые ходовые вот такого плана, десятка. Вот. То есть вот видно, что она сплющилась. Ну, соответственно, при зажиме детали она сразу же расклепывается. Минус это некуда девать гвоздики достававшиеся. Вот они вываливаются здесь вот снизу. Вот он. И очень неудобно, потому что для его работы нужны две руки. Решил доработать. Как именно? Нашел у себя вот такую баночку. Это баночка из-под каких-то витамин. И планирую ее вот сюда вот сделать. Таким образом можно будет открутить, высыпать, закрутить и снова пользоваться. Вот. А крышка у баночки была с надписями. Я их срезал на токарном станке, но это можно сделать либо напильником, либо дремелем, либо болгаркой, то есть чем угодно, можно ножом срезать. Вот. Закрепить я планирую с помощью куска оцинковки, вот нашелся такой кусочек, набросал небольшой чертежик, вот. Сейчас буду это делать.
Ну вот как-то вот так вот это будет дело выглядеть. То есть вот лапки. Сюда на заклепке я планирую прикрепить эту крышечку. Вот, и думаю, еще вот здесь тоже, наверное, поставлю. А может, не буду. Сейчас посмотрю, как будет держаться. Делаем дальше. Эксперимент можно признать не особо удачным, так как, чтобы заклепки не попали на вот эту планку, их пришлось раздвинуть. Но делал все это на глаз, и в итоге они вылезли вот здесь вот по краям. В итоге баночка просто недозакрывается. Ну вот, переделал, поставил маленькие заклепочки и поближе к центру. Вот здесь они так вышли, и баночка уже закрывается почти ровно. Чуть-чуть я ее подправлю все-таки попозже. Но уже, по крайней мере, получше она закрывается. Так что будем собирать дальше. We'll be right back.
Посмотрим, что получилось. Клюпочка. Давайте посильнее выкрутим, чтобы с одного раза практически. Ну, как я говорил, он может с одного раза. То есть первый раз у нас не с одного, сейчас же с одного. Наш гвоздик. Ну, немного подытожив, что можно сказать, что данный заклепочник очень удобен в работе, так как он позволяет за один взмах ставить заклепку. Вот. Ну вот был такой неудобный, это гвоздики. Приходилось держать, подставлять руку, вот, чтобы он выпал. Ну, естественно, если мы хотим, чтобы это все было не на земле. Вот. Данная доработка позволяет скапливать гвоздики в бункер, скажем так, небольшой. Вот. Выполнен он из баночки из-под витаминов. Вот. Но в процессе доработки здесь была трещотка. Вот. Она, к сожалению, теперь недоступна, так как заклепки ее заблокировали. Вот. Из нюансов, что заклепочки нужно ставить поближе к центру, чтобы опять же баночка могла спокойно закручиваться. Первый раз я просверлил с краю, ближе к краям, и баночка не закручивалась. Сейчас же она закручивается получше, но все равно ее пришлось маленько саму подрезать. Вот здесь вот срезать небольшой конус. Вот. Ну как видно, она вот зато теперь закручивается плотно, грубо говоря, до упора. И все, везде ровненько. Вот. Ну вот устройство вот так вот выглядит. Ну, надеюсь, что данная доработка оправдает себя и затрачено на нее время.